назовем этот прекрасный вечер. Ехали мы кофе попить в центре города. Все перекрыли, все поломали. Мы поехали другой дорогой. Через какую-то жопу, потом какие-то деревни, потом опять деревня, потом сели в лужу, сука, на чистой машине. Сейчас едем в город пить кофе. Это достояние города. Болото. Сюда прилетают два лебедя и три утки. Что-то там высохло совсем. Я же говорю, болото. А это мост, который 2 года ремонтировали. Что нового сделали, непонятно. Смотри, какой новый мост. Он прекрасен. Очень. Он прекрасен. Сука, мост как мост. Громкоговорители здесь для того, чтобы песни петь. Пой. Ла-ла-ла. Я забыл, здесь, по-моему, опять 40 стоит. 250 рублей штраф. А мы деревенские приехали в город. Вот смотрите, радуйтесь. Чё тут интересного? А в этой компании мы покупали нашу машину. Это остановки. Чуть людей вообще никого нет. Чуть-чуть. Все вымерли. О, ёпта, здесь местный тусняк. Здесь, короче, байкеры, жмайкеры и просто парковщики. Я, насколько помню, по-моему, при форме курить нельзя. Или теперь можно? Ну, я не знаю, они же как-то должны разрешать. За забором. И все. Ну, сиськи. В общем, сборище молодняка. Ого, у нее вымя, смотри. Такая маленькая уже. Ёпта, это что за... Все идут с праздником, измажь ебало краской. Круто. Что-то я не понял. По-моему, в России это запрещено. Самое наше красивое место. Здесь весь тусняк, но я столько много уже давно здесь не видел. Что, ходить негде? Круто. На улице пылища, дубак, блин, с открытой. А, у них, наверное, просто крыша сломалась. 100%. Если слышишь громкую музыку на дороге, 100% едет восьмерка, девятка, жигули, копейка. Что-то докатилось, да? В кустах куришь? Да. Мы просто в машине не курим, поэтому шкеримся в кустах. Да, это, кстати, троллейбусное депо. У меня дядька здесь директором был целых 12 лет. Потом сбухался. Поехал. Это настоящий Макс. Ты что, на троллейбусе поедешь? Кстати, кто не любит беляши, тот на букву Д. А мы любим беляши. Это единственное место в городе, где стоит куча ларьков с гамбургерами, со всякими там чудесами природы. О, индеец какой. А сюда стоит очередь. Здесь нормальное мясо, нормальное тесто. И никогда не отравишься. Но это не точно. Скажи, что он прекрасен. Чуть такая довольная. Поел. Кофе попила. Можно ехать. Я готов. У нас как чебуречный такой запах стоит. Нормальный. Сейчас будем окна открывать, проветривать. Невозможно.
что-то мы тут давно не были, а тут прям зелено-зелено. Кстати, вот в эту телевышку долбанула, я уже говорил, это гроза. Ну так неплохо получилось. Еще пока ремонт доделают. Залазь уже. Нет, я уже не фоткаю. Чё? Закрыться с первого раза почему-то. Сил не хватает? Ну. Пока фоткались, нас комары покусали. Ну, не знаю, как тебя меня покусали. Меня ни один не укусил. Нет? Это комары какие-то неправильные, они меня больше любят. Мы всем сказали, что беляши офигенные. Да не, они вкусные, просто с непривычки жирные. Это... Живот как схватит. Завтра такой же будет. И послезавтра, и послезавтра. Как настроится погода, мы уже тогда газанем на природу. А почему не едем-то на природу? Потому что жопа замерзнет. Ночью такой дубак. Мы же-то все-таки в Сибири живем. От Сибири же тоже холод будет идти сильный. Дожди прошли тоже. Мешки не спасают. Никак. Все. Наконец-то мы дома. Ты только проснулся. Китайские глаза. Кубик. Че дерешься-то?